Да, всем привет. Да, привет. Давай. Немножко отвалился от встречи, но попробую удаленненько рассказать, что же все-таки происходит с ETF Grid и Mapbox Vector Tiles геосервере. Шарю экран. Так, мой экран видно? Да, да, скайп убери. Отлично. Так, поехали. А с чего, собственно, начался мое копательство в ETF Grid VT для геосервера? А началось все с классической задачи. А давайте-ка покажем ховер. А на ховере будем показывать подсказки на карте. Два классических метода, как это делается, меня категорически не устроили. Это либо VFS тянем фичи на клиента и там пытаемся их по ховеру тягать, либо еще одна развлекуха, по VMS тягаем get фичи info. Копательство привели к тому, что идеально было бы это все делать ETF гридом, потому что МВТ перебор. И так оказалось, что в этот момент в ветке 2.9 геосервера наконец-то они включили поддержку этого дела, и все стало значительно веселее. Сами по себе форматы эти, ну, наверное, все помнят, были введены мапбоксом. ETF Grid — это растер с атрибутикой, то есть когда у нас подтягивается растровый тайл, и к нему еще тайл в виде JSON, который позволяет нам как бы определять объекты на этом растере. Ну, по сути, разметка. С ETF гридом все хорошо, что же с МВТ? МВТ у себя прикрутили Boundless внутри. И очень классно и красиво это все представить на FOSFOGI в Штатах. Но тут оказалась не задача, что прикрутить-то они это прикрутили, но исключительно в своей версии OpenGeo Enterprise. То есть платите ваши денежки, и будет вам вектор на этапе. Когда я начал ковыряться, оказалось, что МВТшки такие, они взяли из репозитория одних бодрых, если я правильно помню, немецких разработчиков. Значительно, конечно, допилили. Они у себя добавили не просто протобуф, но еще топ.json и забыл, по-моему, просто JSON. И все это значительно проще, чем собирать это ручками. Ну да, для удобства классно. Вот, сам по себе идти и говорить, что почитать. Только версии 2.9. Open Layers тут в тренде. В Open Layers поддержка идти в Grid есть, то есть не рефлетом единым в этом отношении. Не мог. Mapbox все-таки не все сожрал. Про МВТ, спеки. Ну, спеки, я думаю, все видели. Сам плагин. Лежит он на гитхабе. К сожалению, сборка только под 2.8, под 2.9 не собрана. Мы собирались сами, обрели кучу глюков. Пока что отлаживаемся. Пытаемся понять, как это нормально заставить работать. Потому что вроде бы векторные тайлики господин геосервер отдает, но не так красиво и не так шустро, как в презентациях у Boundless. Open Layers, естественно, тоже прикрутился. Mapbox Vector Tiles, ну, Boundless постарались. И там тоже это все можно прекрасно открывать. Что удивительно, и то, и другое поддерживает GeoWebCache. Как обычно, по умолчанию в своей странной схеме с инвертированной осью. Поэтому, обращаясь к какому-то стороннему геосерверу, главное не забыть, что GVC там обычно отдает в странах XYZ. Ну, сама специфика у него тоже, запрос стайлов немножко особенный. Но да, ETF Grid работает классно в 2.9, с МВТ пока есть проблемы.
в нашей сборке. Я... Может быть, это у нас руки пока не очень правильно в отношении этой сборки. А, в принципе, что еще про них рассказать? Потому что пример по скайпу показывать как-то не здорово. Я пробовал все тупит и тормозит. А у тебя это теоретические интересы, или ты как-то используешь некоторые там? А, ну я говорю, мы встали в классические грабли, давайте покажем по ховеру атрибуты. А, и либо сидеть с GeoJSON-ами, пытаться подгружать их на клиента, либо использовать мобоксовские сервисы. А с векторными тайлами история там поглубже, очень часто требуется изменять визуализацию на клиенте, то есть есть такие хотелки, а я хочу выключить надписи, хочу включить надписи, а я хочу условия цвет поменять. А, можно это все оберткой SLD на геосервере решать, ну, то есть посылать новую упаковку SLD и потом любоваться результатом. А, но МВТ тут поизящнее, потому что можно прямо на клиенте это все делать, не насилуя лишний раз сервер. Ну, насилуя клиента, к сожалению. Вот. Расскажи про GTF Grid побольше, то, что он реже встречается в медиаполе, чем векторные тайлы. А ETF Grid, чем хороший ETF Grid, то, что мы рендерим картинку заранее, и к ней подгружаем, по сути, уже разметку для быстрой идентификации. То есть мы на клиент уже получаем и картинку, и атрибутику. И нам от этого, конечно, становится значительно веселее, потому что не требуется постоянно обращаться к серверу, чтобы тягать с него атрибуты по ховеру. Достаточно шустренько и симпатичненько получается. А, в принципе, Mapbox тоже эту часть технологии использует, особенно когда, например, куча полигончиков каких-то, которые, например, в GeoJSON не утащишь, потому что дофига точек, а МВТ на один слой как-то, ну, векторные тайлы в одном слое, ну, не обязательно использовать. А, отрендерили один раз, в стиле в каком-то, и подгрузили к этому атрибутику в ETF-гриде. Очень даже миленько и шустренько получается.